Руденко, народное ополчение Донбасса. Для чего сегодня вы здесь? Сегодня мы показали украинскому олигарху Коломойскому, который спонсирует нацизм украинский, Яроша, правый сектор, национальную гвардию, платил деньги части в Мариуполе, которая расстреляла людей, который сейчас позволил, чтобы на приватбанке был плакат с надписью $10,000 за москаля, тем самым он впрыскивает шовинизм в массы, нацизм, распаливает вражду межнациональную здесь. Мы ему показали, что люди Донбасса против этого, люди Голостока против, показали активным действием здесь. Мы, не завариваясь, пришли протестующие, мирные граждане. То, что там многие закрыты лица, потому что репрессия, потому что хунта считает нас экстремистами, террористами, готова всех нас уничтожать, расстреливать, потом делать реляции парадные перед Европой о том, как они борются с сепаратизмом. Но в целом это все мирные, нормальные, адекватные люди, которые вышли высказать свою точку зрения, свой протест. Нет, человек ненормален, если он позиционирует себя спонсором нацизма. Если он позволяет на своем банке, своем учреждении, где вот он привез ему основной доход, вешать такой шовинистический плакат про $10,000 за москаля. Мы живем не на Диком Западе, не в 18 веке, там, когда платили за скальп какие-то доллары. Да, и то, вы видите, откуда эта идея пошла. С того же Запада, с тех же спонсоров этих наших нацистов и олигарха Коломойского. Более того, удивляет особенно тот факт, что Коломойский является представителем еврейского народа. И сейчас он спонсирует откровенных нацистов, которые в 1941 году вырезали во Львове евреев. Те же нацистов, которые участвовали, помогали немецким нацистам уничтожать те же евреев в Бабьем Яру. И сейчас он спонсирует их прямых идеологических продолжателей. Коломойский фашист! Коломойский фашист! Коломойский фашист! С ними вели переговоры ни к чему не привели, поэтому самооборон совершили. Сейчас я их найду. Вы сами пришли, давай, пойдем.